Рубрика «Отели Симрепа». За последнее время народ стал как-то больше интересоваться маленькими отельчиками, то есть такого бутикового стиля. И вот последние два года у нас популярен отель, который называется вот так вот «Dinata Encore Hotel». Эти отели растут как грибы, небольшие по размерам, маленькие бутики. Звездности особо никто не имеет, поскольку это налоги, еще множество других причин. Внутри обычно все хорошо. Пойдем посмотрим, что здесь происходит, почему часто выбирают вот этот отель. Ресепшн. Я пришел с утра, никто меня не ждал, поэтому жизнь идет своим чередом. Все работают. Вот видите, тут кто-то убирается. Регистрация обычно занимает времени 5-10 минут. Отель часто идет нам навстречу. Если гости приезжают рано, номера есть, нас всегда заселят, это тоже можно не переживать. Так, пойдем дальше. Это то, что называется бизнес-центром. Конечно, сейчас большинство приезжают со своими телефонами с доступом в интернет. Но здесь есть вот два компьютера. Если нужно, гости могут пользоваться. В отеле есть беспроводной интернет, бесплатный для гостей. Сейчас я вам покажу бассейн и завтрак. Чтобы народ сильно не беспокоить, мы сейчас пробежим и завтрак покажу, что здесь у них кушают. Сразу скажу, я здесь как-то провел целый день, света дома не было, поэтому я, в принципе, знаю, как номера устроят, там все цивильно и нормально, я даже тогда успел позавтракать, поэтому именно для такого уровня отеля здесь все нормально. Сок, вода, фруктики. Это рисовая каша, которая называется бобо, традиционное хмельское блюдо. Обычно всем рекомендую его попробовать. Рядом лежат приправы. Это все надо будет туда в кашу перемешать, и все будет нормально. Так, тут жареные картошечки. Как я сказал, да, что под меня никто не подстраивался, поэтому мы видим текущую ситуацию. Сосисочки, ветчина, омлет, лапша, рис. Тут кешью, овощи и какое-то мясо. Курица, по-моему. Так, так, тут ничего нет, что-то съели все. Масло, джемики, хлебушки, тостики. То есть, уверяю, что это за счет этого хватает. Далее мы с вами видим небольшой бассейн. Сколько тут? 6 лежаков. Вот такой вот он. Тут же столики, тут можно завтракать, обеды заказывать, если что. Барная стойка сзади есть. Вот, для городского отеля бассейн... Особенно для маленького, это хорошо. Потому что далеко не у всех, даже в Симрепе эти бассейны есть. Но многие пытаются их сделать. Вот, поскольку отель городской, естественно, ждать каких-то там прямо шикарных нано-видов не стоит, как из номеров, да, так вот и из проходных площадок. Здесь мы смотрим на улицу, откуда в отель входит. Вот такое, ничего страшного, все нормально. Пойдем дальше по номерам. В отеле, в принципе, сильно никто не заморачивался. Категории все называются «Делакс». Видите, что они делятся на «Дабл» и на «Твин». То есть на номера с одной большой и с двумя кроватями. Еще есть семейный номер, его мы тоже посмотрим. Ладно, давай начнем со входа. Что мы здесь видим? Сейф. Это очень хорошо. Мне это немножко помогает командир. Халатики, запасная подушка. Чайник, фен, чайные кофейные принадлежности, две бутылочки воды, и меняются ежедневно. Даже если вы там какой-то гигантский водохлеб, воды всегда можно попросить, да, с другой стороны, можно ее прикупить сразу пару полторашек, и все. Так, ну, вот видим чайные кофейные принадлежности. Идем дальше. Зеркальце, телевизор плоский на стене висит, телевизор с плоским экраном, креслица, так, 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 и вот так вот. Большая кровать. С другой стороны такая панорамка. Извиняюсь, что-то с резкостью не то. Номер просторный. Стенки светленькие. Пожарная сигнализация, освещение неплохое. Ванная. Сейчас туда тоже зайду. Сейчас сначала схожу, балкон вам покажу. Так, 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 так. Вот такой вот, ну, в данном номере такой балкон.
А внизу бассейн. Во, так что, если что, даже есть номера с видом на бассейн. Пойдем поглядим в ванную. Ванная. Я вот вижу вдалеке, как обычно, все стандартные причиндалы, шампуньки, зубные щетки, шапочки. Чистая раковина, никаких запахов посторонних. Полотенышки, все хорошо. Все, это был номер Deluxe Double с одной большой кроватью. Еще забыл, тапочки увидел. Тапочки, сейчас посмотрим, может тут даже еще и холодильник есть. Смотрите-ка, тут даже есть холодильник. Во, вода, кока-кола. На все это не забываем, что все это платно. И всегда есть менюшка. Ценник смешной. $1.5, $2 за воду какую-то там. Все нормально, идем дальше. Так, дальше, как я говорил, да, что есть Double Twin. Сегодня номера свободные есть, с утра оказались. Поэтому тоже посмотрим. Это номер с двумя кроватями. Тоже большой, просторный. В принципе, все то же самое. Там вот дверь на балкон, туда я не пойду, у нас что-то уже жарко. Так, все тоже водичка, там холодильник, шкаф. Все хорошо. Номер Deluxe с двумя кроватями. Пойдем в ванную на всякий пожарный зайдем. Так, здесь все так же, как и в предыдущей комнате. И вот такая вот панорама. Хочешь, если ты сидишь, можешь закрываться, можешь не закрываться, пусть все на тебя смотрят. Так. Ну и, как было обещано, номер Deluxe семейный. Размер стандартный, все то же самое, повторяться не буду. Фен есть уже хорошо, чайник, кофейник, телевизор. И вот такое. Кровать king size размера и там сингл. То есть, получается, можно вместить папа, мама и ребенка на маленькую кровать, либо трое взрослых и ребенка до 12 лет на большую кровать к родителям. То есть, вот до 4 человек сюда можно утолкать смело. На балкон не пойду, там жарко, я уже говорил, да? Вот и все. Отельчик Динота. Очень хорошенький, чистенький. Мне он нравится. Ценник на него смешной. Очень рекомендую. Находится отель прямо в самом центре, в принципе, в самом центре города. Вблизи есть и магазины, и кафешки, куча ресторанов. До аэропорта, там, если никто не мешает, 10 минут езды. До Паб-стрит, там, 5 минут езды. Ну, до Анкора из любого отеля буквально тут 10-15 минут. Все, пока.